Вода начала прибывать в Шилобулихинском районе. Обь поднялась на 15 сантиметров. Стоит ли надеяться на теплый июнь? Синоптики дали предварительный прогноз на лето. Я поведу тебя, какие коррективы пришлось вносить организаторам ночи музеев из-за погоды. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В Шилобулихинском районе обь поднялась на 15 сантиметров. Как объясняют специалисты гидрометцентра, причиной стали дождевые потоки. За пару дней до этого сотрудники фиксировали незначительный подъем воды в Ануе через Шиекотуни. К сегодняшнему дню ситуация в реках нормализовалась. Прогнозов на вторую волну паводка, которая должна прийти в начале июня, пока не спешат делать ни в гидрометцентре, ни в МЧС. По словам сотрудников ведомств, говорить о характере паводка можно будет только с приходом в регион стабильного тепла. Кстати, на грядущие выходные синоптики передают до плюс 28, но средняя температура по-прежнему не поднимется выше 15 градусов. Неустойчивая и сырая погода в Алтайском крае сохранится до середины июня. Синоптики уточнили прогноз на первый месяц лета, сообщает газета «Бийский рабочий». Подробнее об этом и других новостях, что оказались в центре внимания журналистов Сибирской медиагруппы, в традиционном обзоре. Далее. Еще недавно Алтайский гидрометцентр обнадеживал жителей края на жаркое лето, но позже уточнил прогноз. До 20 июня, пишут корреспонденты «Бийского рабочего», температура воздуха будет ниже нормы. Ночью всего около 2-7 градусов тепла, а местами на почве возможны даже заморозки, днем около 20. И лишь к концу месяца, обещают синоптики, в крае наступит настоящее лето. Воздух прогреется до 30 градусов тепла. Отметим, что прогноз погоды на эту неделю также выглядит неоднозначно. И это при том, что ранее специалисты заверяли, что вот-вот на Алтай придет мощная волна тепла. Как отразится холодная погода на посевной кампании и будущем урожае, пока не прогнозируют. А между тем, городской портал «Рубцовск.Инфо» информирует, что наш край в этом году уже отправил на экспорт 160 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Это в среднем почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном алтайское зерно и продукты его переработки идут в Китай, Монголию. Продукция также отправляется в Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Бельгию, Германию, Иран и другие страны. Добавим, что в мае этого года наш край впервые экспортировал горох. 269 тонн отправили в Индию. А вот журналисты Политсибру озадачились проблемой безопасности детей на дорогах. Они пишут, что в регионе чаще стали сбивать детей. Так, за 4 прошедших месяца этого года число ДТП с участием детей и подростков выросло на 4,5%. Увеличилось и количество раненых ребятишек в авариях. Возросло число наездов на несовершеннолетних, в том числе велосипедистов, на пешеходных переходах. За 4 месяца этого года зарегистрировали 41 ДТП с участием детей-пассажиров. Один ребенок погиб. В ГИБДД края призывают водителей быть более дисциплинированными и внимательными. Елена Макаренко, «Наши новости». В крае завершилось расследование уголовного дела о контрабанде особо ценных диких животных. Дело передано в суд сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России. Еще в феврале 41-летний житель Новосибирской области был задержан алтайскими пограничниками на станции Кулунда за то, что хотел перевезти в Казахстан груз экзотических животных без соответствующих разрешительных документов. В результате проведенного разбирательства установлено, что через границу незаконно пытались переместить 3 леопардов, 3 попугаев ара, 2 удавов, пуму, питона и насуху обыкновенную. В отношении владельца такого зоопарка сотрудниками алтайской таможни было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда особо ценных животных, охраняемых договорами России». Теперь дело передано в суд, а владельцу представителей фауны грозит 8 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей. В бензине пытались найти бензин. Барнаульцы получили возможность бесплатно проверить топливо, которым заправляют свои машины. Проверка прошла прямо на одной из автозаправок города. Проект «Народная экспертиза» привлек на АЗС десятки барнаульцев. Выстроилась очередь. Автомобилисты принесли пробы с бензином, отлитым в чистые сухие емкости. Горючее брали с тех заправок, куда привычно заезжают. Мы хотим показать клиентам, что каждый вид топлива имеет измеримые, вполне конкретные критерии качества, которые напрямую влияют на эксплуатацию автомобиля. И дать возможность сделать осознанный, самостоятельный выбор. Именно поэтому все проверки сегодняшние проходят инкогнито, без указания сети АЗС, с которых был взят образец топлива.
15 минут работы лаборатории, на руках протокол испытаний со всеми ключевыми параметрами топлива, в том числе содержанием серы и металлов. Превышение этих параметров может навредить двигателю. Все показатели в пределах нормы. У вас здесь есть графа норма по техническому регламенту таможенного союза и фактические значения. Вы сами можете сравнить и посмотреть, ознакомиться. Среди проб, отобранных на ЗС города, отклонения выявлены всего в нескольких образцах. Чего не скажешь о пробах, взятых из бензобаков. Тут нарушения нашли в каждом втором образце. Причина в несоблюдении элементарной автомобильной гигиены. Эксперты рекомендуют, если вы заботитесь о своей машине, регулярно проходите техосмотр, вовремя меняйте топливные фильтры и заправляйтесь только на проверенных станциях крупных сетей. Алтай-барок или алтайский головной убор из лисы собираются увезти в Киров безумные шляпники. В Барнаул приехали два коллекционера-путешественника, которых в России прозвали безумными за их увлечение головными уборами народов мира. На Алтае они в рамках очередной экспедиции планируют найти здесь подлинные этнические головные уборы. Это натуральная шерсть, и натуральная шерсть — такой материал, который в холодное время года греет, а в теплое время года, наоборот, охлаждает. Грешневик или крестьянская шапка – одно из первых приобретений путешественников в Сибири. Для коллекционеров Олега Уварова и Валерия Смолюка шерстяную шапку времен 16 века сделали в Омске. На очереди экспедиция по нашему краю и Республике Алтай. В своем родном городе Вятские Поляны Кировской области мужчины давно занимаются производством головных уборов. 4 года назад они стали увлекаться уникальными народными шапками, шляпами, шлемами, папахами, охотиться за ними по всему миру. Все собрано, это уже 800 головных уборов коллекционеры хранят в собственном музее «Доме шляп», единственном в России. Треть экспонатов – подлинный раритет. По словам безумных шляпников, старинные головные уборы несут особую ценность, так как их изготавливали вручную, а само производство обычно было семейной традицией. Такой головной убор передавался из поколения в поколение. И это труд, это семейственность. То есть мама учит дочь изготавливать орнамент тот или иной. Она проводит с ним много времени. Она прививает такие духовно-нравственные вещи к своему ребенку. Что сейчас не происходит? Мы приобретаем, носим полгода кепку, снимаем, покупаем другую. То есть ценность утеряна. В Барнауле в музейную ночь решили повторить масленицу. В парке центрального района шквалистый ветер и холод помешали провести запланированный показ сюжетов нашей рубрики «Улицы столицы». Вместо этого в старейшем парке города сожгли чучело зимы. За неурочным ритуалом наблюдал Илья Кочетков. Экскурсии, квесты, живые статуи, программа, посвященная Великой Отечественной, и показ сюжетов рубрики наших новостей «Улицы столицы» на большом экране. Всем этим парк центрального района планировал удивить барнаульцев в ночь музеев. Но, по словам руководства парка, из-за практически ноябрьской погоды решили не рисковать и перенесли мероприятие на другие дни. Вместо этого вспомнили, что в запасниках еще с масленицы хранятся два чучела зимы. Потому и решили, что нужно снова звать лето и все-таки сжечь чучело. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло, зима, уйди! Вот такая жаркая лето было. Как вы считаете, поможет наконец-то улучшить погоду? Я думаю, да, потому что позитивное настроение людей, прежде всего, оно уходит в космос, космос нас услышит наконец-то, и все будет замечательно, завтра наступит лето. В ожидании хорошей погоды сама ночь прошла по сокращенной программе. Для немногих посетителей все же провели экскурсию. Они смогли ознакомиться с фотовыставкой, запечатлевшей самый старый парк города в разные годы. Часть основной программы показали, правда, на следующий день. А показ улиц столицы под открытым небом руководство парка пообещало перенести на 1 июня. Подробнее о ночи музеев, которая проходила не только на улице, смотрите в нашем вечернем выпуске. Илья Кочетков, Николай Шилко, «Наши новости». И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Думаете, худеть во сне – это только мечта? «Турбослим день-ночь» впервые помогает худеть не только днем, но и ночью. «Турбослим день-ночь» – усиленная формула. В крае возможен дождь, ветер юго-западный умеренный, заметно потеплеет. 15 градусов в Заринске, 17 в Бийске, на 2 градуса выше в Алейске, до 22 в Камне-на-Оби, Змеиногорске, Белокурихе. В Барнауле возможен дождь, ночью и до 19 тепла. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.